У кого, у кого? У этого человека, долгожителя, 358 лет-то. Ой, это, мне кажется, это байка. Нет, это может быть. Мы можем жить по столько лет. Сколько там лет, говорилось, жил он? 358, по-моему. А-а-а. Да что-то, мне кажется, это байка. Ну, как я? Кто бы не хотел столько лет жить? Ну, я, например, не хотел бы вечно жить. Ой, вот это так хочется. Попросить. Ну, понятно. Ага. Я бы, например, вечно не хотел жить. Потому вот здесь на земле сейчас. Потому что вот все умирают. Знакомые, близкие, друзья. Потом можно найти новых, но ум-то растет с возрастом, получает опыт. Он уже не на мелочи не разменивается. Ему нужно что-то более высокое. Вот. Поэтому он уже не ищет новых друзей. Угу. Вот. А некоторые просто будут умирать. Просто духовно умирать, будучи живыми физически. Ну как? Вот деградировать, представляете, не может человек умереть, деградировать. Угу. Просто вот такие маразмы начнутся вообще. И вот я бы, например, просто хотел бы, вот мой срок 100 лет прожить и все. Но в библейские времена там больше же жили, там сколько, по 500 времена, лет? Где-то около 1000 лет. Тысячи лет жили, да? Ну это до Ноя, да? До Ноя. Нет, по-моему, при Ноя. При Ное. По 1000 лет. Вроде года, по-моему, Адам жил 1000 лет. Потом срок стал. Не, потом я помню, там читал, там 200 лет, 300, вот такие сроки. 250, вот он прожил. Там еще словами заканчивается, что вот прожил, насытился жизнью. Там, вот эти слова. Да. Нет, ничего вот, себе. Я читал, Бог сокращает у людей срок жизни, ввиду их неправильного образа жизни. Он просто сокращает. Ну, я не знаю, ему видней. Но раньше люди жили больше, потом срок стал сокращаться и дошел вот до сегодняшнего времени, там 70 лет. 70 лет, да? Угу. Вот. И человеку этого времени как будто хватает напиться, да, нажраться. То есть, хорошо, как вам кажется, за город? 328 лет, это же старый уже будет, это как уже немощный. Это ж... не совсем правильно. Не совсем правильно? Да. Но у него, наверное, возраст лет 50 такой держится. Да. Ну, как бы да? Здоровье на уровне 50 лет, ну, а сам он там, допустим, 200 лет уже, да? Вот, пока это самое, вот эти вот подвижники, вот это восточники героев, которые уходили в это в одиночество, они, то есть, выглядели как мальчики. Как мальчики? Да, когда умирали, ну, выглядели как, ну, дети, ну, как... Молодые люди. Ничего себе. Честно говоря, я удивлен, серьезно говорю. А вот ты что, Джон, ты говорил, вот жили, короче, там это, мужчины все жили в Сибири, это, короче. А, это Лыковы? Лыковы. Вот, что, а спрошу, а что у них беда, там соль, сарный был, и даже не так жили, как это сказать? Ну, у них было там что-то, какие-то зернышки они даже посадили. Да? Потом через несколько лет кашу даже смогли покушать. Ох! Вот, самое то, что страдали, то, что соли не было. Не было соли, да? Да. Опа. Что пищу без соли они ели. Да и поскольку там они там не прожили, в этом-то, как это, в лесу-то в этом вот. Ой, точно уже не помню. Я там смотрел на видео, где-то две серии есть видео на Ютубе тоже. Этот мужчина, который вот вел передачу там про путешествия, не помню его, вот он про Лыковых тоже там говорил, снимал. Да? Да. Это Сенкевич, да? Не Сенкевич, а другой там еще есть, известный такой. Ой. Ну вот одна Агафья сейчас живая, кстати. Живая еще, да? Да. Ей уже много лет, небось, да, или как? Не знаю, тоже не сколько знаешь? Ей лет. Не, они, Саша, они не дожили до своего нормального возраста, ввиду болезней, которые принесли. Да, когда вот люди их нашли, те вот ну, стали быстро умирать. Быстро быстро умирать, да? Вот только Агафья, она какая-то, ну такая, мягкий. Более крепкая к этим оказалась. Иммунитет не был у них, это наша болезнь. Да? Ну как, мы белые люди попадем в Африку, в Амазонку, мы там быстренько сдохнем. Да, от их болезни. Скорее всего, африканцы попадут к нам, и мы быстренько сдохнем. Это правильно. Ты имеешь в виду, они свои болезни принесут? Да, да, да. А от наших они не сдохнут, да? А что, у нас тут грипп один гуляет, а у них там компот. Всяких заболеваний. И все, да? Да. Грибоба, снимай, а то закипит. Ой, опа, давай, бери. Ой. Ой, не падай. Вот сюда, на деревянные эти штучки. Ага, давай. Наливайте чай. Игорь Джон, руки.
крюки. Чай. Горячий. Все, давай, давай. Ага. Спасибо, Джон. А вот еще, Джон, он когда Иисус Христос, когда его распяли-то, и за что он как-то умирал, за что он умер-то, чтобы люди жили хорошо или как-то, чему? Нет, за нас умер, чтобы мы попали в Царство Небесное. Да? Да. О, вот он за наши грехи страдал, чтобы искупить наши грехи. Вот. А теперь мы должны пойти по его стопам, точно так жить, чтобы попасть туда, куда он нас зовет. А вот так интересно, а вот, стой, я спрошу, а вот погибают канон смерти, это как, это жестоко, мучили или как, что, если, ну вот, ничего не есть и так погибнут, это как это? Не понял. Может, чтобы вот умереть. Ну ты имеешь в виду голодом морили, да, или кто? Ну они же висели. Не, они ж не от голода умирали, а от это, от боли. От боли, да. От боли. Потом им еще и коленки перебивали, там, чтобы они быстрее умерли. Коленки, а потом это, что там еще? Ну, копьем. Иисуса Христа в итоге этим копьем прокололи. Угу. Ему коленки не стали перебивать. Ой, ничего себе! Ну, это было мучительно. Да? Умирали не сразу, а долго. Долго, да? Ну, Господь умер быстрее. Вот. Потому что... Вот эта книга-то вот эта, вот Иисус... Стой, подожди-ка. У книги-то, ну, я не помню, как называется, короче, не. И уже когда их распяли, короче, mm-hmm. они висят на слабе, там троих, по-моему, вот. И там, Иисус был посерединке, а сбоку были самые. И с правой стороны, короче, туда распяли, мол, почему-то не помочь Иисусу Христу, Господу, чтобы мы быстрее умерли, мол, типа того. Mm-hmm. А потом отвечает, у него есть свои дела, и он знает сам, что об этом делает, короче. Mm-hmm. Вот. И потом, когда уже они уже, ну, все уже, когда он мертвый, короче, Иисус Христа копьем прокололи, самое, ну, живот. И пошла не кровь, а молоко пошло почему-то из него. Там пошла это, вода. Вода. А вода, да? Ты все перепутался. Ой, да я спутал, значит, ну это я извиняюсь, значит, я спутал. Первый преступник спросил, если ты Бог, почему не поможешь самому себе? Угу. Вот. А второй сказал ему, ну типа замолчи, мы по своим делам страдаем, а этот человек страдает. Безвинно. Mm. Вот. И говорит Господу, помяни меня во Царстве Своем, когда придешь туда. Mm. Вот. Он говорит, истинно говорю тебе, сегодня же будешь в рае. А, понятно. Этому преступнику, который раскаялся. Вот. Mm. Вот. Дыка, вот, Джон, а первые вот это были как-то Адам и Ева. Они жили же в раю, они жили, да? Да, в раю они были. Конечно. А потом как съели яблоки, как взяли грех. И Иисус Христос как, выгнал оттуда или как, типа того, да? Господь их выгнал, да, оттуда из рая. Они потому что увидел Господь, что они оделись. Они же раньше голые ходили. Голые там. Не ходили. А тут они вдруг стесняться стали. Да? Познали древо знания. Угу. Вот. Угу. Они от него прятались? Да, прятались. Боже, они прятались, да? Да, да. Ну это надо заново читать эту Библию. Я читал, давно-давно, я забыл это уже как-то, честно говоря. Давно читал я уже. Наверное, года как два назачитал я уже. Когда только надо ехать в церковь, надо начать ходить, заниматься, так лет. Когда был, это, то ли книга большая, то ли типа того, что не помню, что я читал такое. И там все было написано, короче. Там, короче, была вся жизнь Иисуса Христа. Вот. И я что прочитал? У него был отец, это как его? Вот забыл. Он был отличным плотником. Иосиф. А? Иосиф, да? Mm-hmm. А Иосиф. Ну, и короче, как, еще, ну как, уже такой нормальный подход такой. Ты говорил, очень хорошо, ну, занимайся плотским делом. Ну, научи меня. То с радостью. Научи все, а потом еще тоже занимался этим делом, все там, ну, делал там все там колеса, там, ну, все штуку делал такие. И всем нравилось очень. И потом, а у них был царь какой-то, не знаю, как это называется, царь, короче. Вот. Он, короче, мол, перепись, мол, так и так, мол, и самое. И, короче, и они спят ночью, короче. И это Бог, ну как отец, этому говорит Иосифу, мол, вас преследовал, мол, тогда, мол, из страны, мол, хочу уходить из страны, короче. Вон все собрались, вот Мария, Иосиф, Иисус, да, взяли с собой, и, короче, они ушли. Вот. А люди куда? Мол, вы мол, плотника, мол, тогда мы как, мы завтра будем, мол, плохо будет, короче, так. Они, короче, молча ушли, короче. Вот. И идут уже в пользу, как, ну там, или как, на след, короче, как это, и на Пасху, а там церковь, все, короче. И говорит, Мария и Иосиф, раз, нету с ними Иисуса Христа, давай будем искать, мол, так и так, куда он подевался, короче. А потом залезли в церковь, а он в церковь, кажется, и там все священники, он с ними беседует. Мол, а почему ты здесь, мол, Мария, мол, будем волноваться, а я, пожалуйста, сделался у отца.
Я говорю, вот мое весело, вот это, мол, ну как, моя жизнь, короче, священники, вся такая штука. Вот. Ну, она отругала его и домой поставила. Вот. И потом они вот едут, уже приехали, короче, обратно. Ну, говорит, мол, научи меня заниматься делом, короче. И я уже еду когда обратно, и там все, о, там, мол, брал, брал, мол, приехал, и вот уже большой парень, там, все. Ну, ребята, он стал заниматься. Ну, понятно. Там вот, кстати, Игорь, вот история отсутствует же. Вот. Про Иисуса и Христа известно, вот, что вот он во младенчестве был. И потом история начинается, когда он уже был взрослым. Ну, там. А вот этот период, это вот юношество, нет уже в истории? Не описано? Нет, да? Он описан, но не в канонических книгах. Он где-то описан, но в частном порядке. Да? Это со скольки лет? Ну, допустим, с 10 до там, 25. Да, ну или... там этот отрезок выброшен канонических источников. Вот. Многие этим спекулируют, тем, что он был в это время в странах Магометан, если я не ошибаюсь. Угу. И, ну, я могу ошибаться, но получил учение от тамошних гуру. Понятно. Каких-то восточных, да? Мудрецов, да. Вот. В этом колоссальная ошибка. Вот. Где-то вот описание это, жизни, да. Иисуса Христа где-то есть. Да? Вот я бы слышал, но Джон. Он, скорее всего, в этих староцерковных, не могу слово подобрать, но... Ну, понятно, понятно. Источниках где-то глубоко за семью печатями. Вот. Ты думаешь, оно это, ну, как бы, не для общего доступа, что ли, хочешь сказать? Ничего не хочу сказать, я не могу точно сказать, но факт тот, что эта информация недоступна. Недоступна? Ну, во всяком случае, я ее нигде не видел. Вот. Но спекуляций много на эту тему. Ну да? Да. Ух ты. И этим пользуются уже эти уже пророки, ага. Вот, чтобы навязать свою точку зрения. Нет, нет, есть, где-то информация, да? Есть. В общем говоря, Джон. Я бы пошла бы все бы под ногой, пошла бы по Иисуса Христа. Говорится, от А до Я. Все бы узнал. Я о нем мало что знаю. Вот я прямо пошла бы очень много прочитал бы. А и еще, вам его вопрос. Вот город Иерусалим. Там часто там вспоминается город. А почему это город такой Иерусалим? Так что, к чему это такой Иерусалим, это город? Ну, это город мировых религий. Да? Да, там бывали разные пророки. Да? Поэтому этот город считается центром, да? Духовного развития человечества. А, помню, сейчас, короче, и там еще была женщина какая-то. Ну, я не помню, короче. И она, короче, ну, такой узкий колодец. Ну, она воды набирает, короче. Вот, и все подходит к ней, короче. Вот. Он как не ест, не пил. Вот она, мол, и подходит к ней, короче. Мол, дай попить водички. Вот, она, пожалуйста. Он говорит, мила моя, ты это же не отказывай. Когда будешь в том, и там, мол, когда отойдешь, там будет все, что ты хочешь, все, еда, все. Не понял, что, дай попить водички, что дальше? Да, вот, она ему дала. Ну. Вот он и говорит, никогда не залей воду, вообще ничего не залей. Ну она что, она же ему дала, не пожалела. Вот, да, вот и потом говорит, ты когда отойдешь, там будет все. Вот так, там уже не будет нужды. Вот так. И еще, то они когда пошли, короче, он же как, у него же проповедует Иисус Христос. Вот пришли, и короче, там было много народу, а все же были нищие, в основном он собирал нищие, короче. И там был один парень такой, ну сам был, ну как, был рыболов. И короче, у него было всего, по-моему, 3 рыбешки было, ну такие небольшие, и пара кусков хлебушка, и все. А все же были голодные, короче, мы пришли, короче, поесть, а есть, а нечего, короче, а мол, как все люди, да, деньги где сюда взять. И парень, вот, 2 рыбешки, 3, все там есть. И короче, я дошел, короче, и там мы сказали, вот самый раз, и там, короче, было один ведер рыбы больших, и это хлеба. Много. И все наесть, сколько. А еще, короче, давали, короче, как бы прислужники. А потом поставили, бери кто сколько захочет. И все были сыты, короче, все было нормально. Вот такая штука стала я. Вот так. А что меня такой вопрос интересует? Вот интересно, Джон, где вопрос? Вот к вам. А вот есть какой-нибудь такой Иисус Христа, такой какой-нибудь любимчик, и он сам по себе он сам живет. Иисус Христос, как вы думаете этот? Любимчик? Да. Ну, у меня был любимый апостол. Апостол, да, да. Апостол, да? Да. И он даже поручил этому апостолу присмотреть за его матери. За его матери? После его ухода из жизни. Ух ты. Потому что, ну, это не было такое слово «любимчик». Да? Это был
лучший его ученик. Ученик, да? А я еще читал, что Иисус Христос, вот где-то я читал информацию, что он никогда не смеялся. Не смеялся? Нет. То есть вот он это как бы, ну, с таким, у него всегда было серьезное лицо такое. А, вот. Насчет даже улыбался, не знаю. Вот, ну, насчет того, да? Нет упоминания, вот, что типа того, что он смеялся где-то. Вот, чтоб вот там, это вот, да. Там описывают, допустим, вот Иисус Христос засмеялся. Там. Такого нету. И, ну, вот такую информацию читал. Ты не знаешь об этом, Игорь? Я не знал об этом. Не знаю, но я догадывался. Догадался об этом, да? Догадывался, да. А он, Джон, у меня книга большая такая, мы брали большая, там тоже, короче. И там написано, и там, короче, святые, короче, ну как, священники говорят, там описано, там, короче, да, пришли там люди. Вот, и, короче, они как говорили, что, мол, короче, а там она была женщина, вот, ну, уже старая, ей было много лет. Она говорит, что Иисус Христос, он, короче, высокого роста, очень красивый, и у него большие голубые глаза. Вот, и всегда он говорит правду. Не правду он не скажет, а почему так, это его закон жизни, короче. Вот, а как мы такие, как все, кто, как священники, все, он ко всем относится отлично. И еще, он, короче, пришли к нему, так? Он тебя, короче, окрестил и говорит такая штука. И еще, у него, мол, круг, ну как это, из чистого золота. Ну, смотри, это такое-то, невозможно, почему так, ты говорит, ослепнешь. Вот, а как к нему люди появляются? А он говорит, такая штука, он так появляется себе, и ты с ним беседуешь, мол, так и так. Вот такая штука сказали. Я у меня, правда, нет, но я верю в это, честно говоря. Ну, да, это правда. Правда, да? Правда. Вот и я тоже читал, вот там много, то Иерусалим, Иерусалим. А почему ты Иерусалим? А еще, Джон, говорят, что Иисус Христос ничего не ест. Как понять, не ест? Ну, не ест, а такие там, типа таблетки, типа того, что там, раз, и все. Вот я такую штуку вот я знал. Нет, Саша, он ел. Ел, да? Ел, но он ел не для того, чтобы насытиться. Он ел, чтобы подать себя людям таким же, как они. Вот, то есть, он пришел как человек. Вот, и вел себя как человек. Да? Да, но питался он не ради удовлетворения ну, понятно, такой понятно. Страсти, как объедение. Понятно, понятно. Да. Ух ты. А, еще. Вон, я, короче, читал эту книгу, да, вот все святые, да. И там он писал, да, Иоанн Дамаскин писал, что, короче, люди вот умершие, как христианам, типа того, они, короче, не едят, как, что к чему там, а. А вот типа там, такая кусочка, типа как заметить еды, типа того, что поели и сытые, и все хорошо получается. И еще, когда в аду... Ты имеешь в виду, он про тот свет писал? Да, про тот свет. Вот ад, там тепло, там все, там звери, все гуляют, так, там мужчины так вот так, звери все бегают, никто ничего никому да не боится. Да ты путаешь ад-то. Не ад, наверное, а рай. Ой, рай, извиняюсь, рай. Там звери все бегают, и люди ходят так, и все хорошо не получается. Ладно, вот давай лучше поговорим. Вот люди говорят, что типа церковь, зачем она нужна, зачем туда ходить, что типа Господь Иисус Христос не учил, что вот церковь нужна. Ага. Он там есть в Писании то, что вот он там есть слова, как молиться надо закрыться в комнату, чтобы никто тебя не видел, ну вот если хочешь помолиться, и молиться в уединении. Ну и вот в комментариях тоже люди пишут, что вот зачем эта церковь. Только что для собирания денег, там, знаешь, вот эта вещь. Ты как думаешь, Игорь, нужна церковь? Потом я скажу. Вообще, Господь, что о церкви? Ты не помнишь, что он сказал? Ну, я бы тогда вопрос тогда. Но? Что такое церковь и что такое храм? Церковь – это некая община людей, вот, приходящих в одно место и молящихся Богу. Общая молитва у них. Общая молитва, да. Вот. А храм – это то место, куда они приходят молиться. Вот. Понятно, понятно. То есть тут уже, получается, люди, вот, которые пишут такие комментарии, они уже церковь и храм как бы соединяют вместе и говорят, что вот это ну, здание, куда, зачем это приходить, где там отмывают деньги, да? Церковь – это объединяющее людей сообщество. Единомышленников, которые стремятся к какой-то цели, высокой духовной цели. Духовной цели? Да. Их объединяет молитва, ты. Работа на пользу общества и на пользу своей церкви. А еще я тоже вот книга, большая эта книга, я там читал уже. Там жизнь вот эта пишет, короче, что вот, короче, утром все проснулись.
Вот. Потом приходит Иисус Христос, и все молятся ему. Он потом съедал все, потом уже в столовую, там все штука, опять молится и кушает. Вот такая штука вот. И потом в 12 дня все как на трапезу как молятся, вот типа того. Вот такая штука, ну, я там читал. Это общепринятое правило. Да? Да, по всякому поводу произносить молитву. Еще, Игорь, знаешь, что мне писали в комментариях, чтобы насчет исповеди? Да. Надо приходить не к священнику исповедоваться, ну, что вот священнику рассказываешь грехи, ага. И он разрешительной молитвой, ну, священник у нас получается как посредник между Богом и нами. Да. А что типа надо самим, ну, дома вот вымаливать прощение у Господа? Ну, в принципе, это правильно, но в церкви как нам говорят священники, что вот именно прощение грехов происходит, когда вот он молитву эту разрешительную читает. Потому что идет от апостолов, Господь им дал право это делать, так ведь? Да. Правильно я говорю? Да. Они дали право последующим за ним священникам. Да. А вот этот человек, который написал, что вот надо дома вымаливать прощение, не обязательно ходить в церковь. Неправильно. Неправильно, да? По-моему, церковь нужна, мне, по-моему, так кажется. Церковь нужна. Я бы ходил, церковь раньше бы еще ходил бы в церковь. Вообще в каждом деле приняты какие-то правила, которые надо выполнять в любом деле. Вот. Эти правила установлены самим Богом. Вот. И нарушение или искажение их ведет к неправильному пониманию вещей. Ну вот, некоторые вот и говорят, что полагаются на свой ум, а в православии как учат? Мы же не полагаемся на свой ум. А ум вообще надо бояться. Ум сам по себе бояться надо. Бояться надо? Да. А некоторые, видишь, думают, что вот если он так решил, что он так думает, что это значит правильно. Видишь, в чем заблуждение это? Дело в том, что нашему уму могут играть все. Начиная от сатаны. И кончая людьми, которые желают нас. Ну, допустим, человек, который там владеет такими техниками, гипноз, он может всяко сыграть на свою роль. Может, все, да? Может. Ум — это игрушка в чужих руках. Да? Это только вот люди, которые вот именно прожженные, так сказать, насчет этого, вот типа, ну, у которых опыт большой, тех трудно. Трудно, да? Как ты говоришь, трудно обмануть. Понятно. Да? Ну? Ну, не обманешь. А таких молодых, как бы, их вот легко. И опять не совсем правильно. Неправильно? А почему как? Так? Прожженные люди, это у них свой определенный образ жизни. Вот. Они ищут каких-то выгод от жизни, ну, скажем, материальных. Вот. Это не есть хорошо. Опять же, они применяют своему для достижения своих целей в материальном мире. Вот. Но нас Бог учит применять свой ум, помноженный на разум, исходящий из сердца, помноженный на совесть, искать духовного. Понятно. Да, потому что здесь все это временно. Все временно. Это материальное, оно временное. Рано или поздно оно исчезнет. Да. Об этом нам говорит Библия четко и ясно. Вот. Все изменятся в раз. И будет мир духовный. Так вот. То есть на ум свой полагаться никогда нельзя. Даже прожженные люди, которые на свой ум полагаются, они ищут своей смерти, не понимая об этом. Ум – это игрушка в чужих руках. Вот. А есть понятие разум и совесть. Это уже от Бога. От Бога, да? Да. И полагаться в основном надо на них. Но при этом знать правила и следовать им. А эти правила четко указаны в Новом Завете. Ветхий Завет даже об этом так не говорит, как Новый Завет. Да? Да, потому что Ветхий Завет – это было подготовительное действие человечества к принятию нового учения, который обещал Бог для спасения людей. Понятно. Он послал своего сына, и сын все нам рассказал. Спасибо за внимание. Спасибо всем за внимание. Доброго. До следующего сеанса. Все, до свидания. До свидания.